мастер спорта Джахамбек Туратов, город Ош. 1995 года рождения, боксом занимается 10 лет. Счет боям не ведет. Финалист чемпионата Кыргызской республики 2018, 2019 и 2020 годов. Тренируется Джахамбек под руководством Захара Кучкубаева. Данным соревнованиям готовили заслуженный тренер Кыргызской республики Турдалы Оморов и Захар Кучкубаев. Синим углу отдыхает мастер спорта из Джалабадской области Рустамбек Улу Нурадин. Боксом Нурадин занимается 8 лет, счет боям не ведет. Чемпион Азии среди молодежи 2019 года в Монголии. Тренируется Нурадин под руководством мастеров спорта Кыргызской республики Улана Сагынбаева, Бекзада Мисаева и Тулеген Улу Данияра.
Данным соревнованиям готовили Улан Сагымбаев, Шухрат Сабиров. В этом бою со счетом 4-1 победу одержал Рустамбек Улуев.